Наступила самая ответственная пора для земледельцев. В районе приступили к уборке зимового ячменя. Эта часть страды по традиции называется «малой жатвой». Несмотря на все капризы погоды, фермеры не собираются падать духом. Наоборот, используя каждый погожий день, стараются максимально сжатые сроки собрать выращенный урожай. Всего им предстоит убрать 1460 гектаров озимого ячменя. Фермерское хозяйство Кашкабельского района приступили к уборке ячменя 19-18 числа. Значит, они как бы потихоньку уже пробовали. Уже сегодня, вчера, 20-21 числа, полным ходом у нас идет уже уборка ячменя. В районе, значит, к уборке подлежит 1460 гектаров ячменя. На сегодняшний день уже убрано порядка 200 гектаров ячменя. Средняя урожайность ячменя составляет где-то в среднем 45-47 центнеров с гектара. Конечно, если сравнить по прошлому году, в прошлом году у нас урожайность достигала ячменя где-то 52-53 центнеров. В этом году она меньше. На весну посевы ячменя смотрелись, были хорошие виды, но, конечно, эти вот последние два месяца продолжительные дожди, они повлияли на урожайность ячменя. Это переувлажнение, это с чего и возникли эти вот болезни. И на сегодняшний день фермерское хозяйство все готовы к уборке урожая. Было подготовлено, значит, 77 единиц уборочной техники. На сегодняшний день они все 100% готовы. После уборки, значит, озимого ячменя фермеры приступят к уборке озимого рапса, площадь которого составляет более 2000 гектаров. И далее они приступят к уборке озимой пшеницы, площадь которого составляет 14700 гектаров. Несмотря на все капризы погоды, фермеры настроены на убрать урожай без потерь, значит, в оптимальные сроки.